Привет! И я приглашаю вас отдохнуть и с пользой провести досуг. И хочу спросить у высших сил, у ваших ангелов, у хранителей вашего рода, как и в чем вам повезет в ближайшие дни? Каким знаком зодиака повезет в ближайшие дни? Такое видео может быть очень познавательное, потому что оно может расслабить ваш мозг от каких-то, может быть, беспокойных событий и позволить вам увидеть, в чем и когда вам повезет. У меня таких видео очень много на канале, и не случайно вы именно это нашли. Каким знаком повезет в ближайшее время? Каким именно знаком повезет? Итак, мы смотрим, начинаем с Овнов, и я делаю это интуитивно, я беру из пространства именно для Овнов такую информацию, что Овнам очень повезет в ближайшие дни, в ближайшее время, то время, которое вот ближайшее, очень повезет, просто победа. Победа, серьезная победа, крупно повезет, можно сказать, да? Итак, повезет ли Тельцам в ближайшие дни? Повезет ли Тельцам? Очень повезет, особенно в финансах повезет Тельцам. В каких-то покупках, мелких или крупных, неважно, но повезет в покупках. Вы купите то, что вам нужно, или вам подарят то, что нужно, или деньги заработаете. Будет приход денег там, где вы даже не ожидали. Будет приход денег или же выгодно, что-то выгодно купите, приобретете или продадите. Очень повезет, особенно в финансах. Это касается Тельцов. Сейчас я спрошу пространство, что касается для близнецов. Повезет ли близнецам в ближайшее время? Я вижу, что пространство мне выдает такую информацию, что именно для близнецов есть какие-то сожаления. Есть сожаления, есть напряжение, есть ожидания, какие-то несбыточные мечты, давно уже вы чего-то ждете, и никак это не приходит. Вот вы чувствуете, ничего не меняется. На самом деле меняется все, вы просто как бы в стороне от этого. Но жизнь не стоит на месте никогда. Но вам кажется, что она даже назад идет, не то, что на месте стоит. А вот. И близнецам нужно запастись терпением. Именно в это время лучше отдохнуть и знать, что когда вы с пользой проведете досуг, вот как на моих видео, отдохнете, не будете сожалеть о том, что было да прошло. Это время пройдет. Может быть, сейчас у вас время кризиса, трудное время. Но это не значит, вам не везет. Это значит, что просто идет задержка. Идет какое-то время, которое нужно просто как бы, ну, довериться, что ли. Вот катиться как бы, довериться, да? И это все проходит, и это пройдет. И будет лучше. Но именно в эти дни, в это время ближайшее, которое вы загадали, нужно подождать. Вот такой вам совет. Не отчаивайтесь, все будет хорошо, нужно подождать. Ну, смотрим, повезет ли для раков. Вот что пространство скажет для вас. Это вообще время прекрасное. Это время такое, знаете, очень продуктивное. Вот именно продуктивное. Вам повезет в вашей продуктивности, в работе. То есть это не просто так, вот повезло и все, с неба мешок на голову упал, мешок золота. Нет. Это время, когда по трудам вашим вам будет дано. То есть вы заслужили это. Вы работали, вы сделали все нужное, все необходимое. Это заслуженная победа. Продуктивное время. А в работе здесь повезет или в личной жизни, буквально во всем. Но вот именно заслуженное вами время. Так что радуйтесь. Поздравляю вас. Вы заслужили успех. Спрошу пространство сейчас, перестраиваясь на следующий знак. Я перестраиваюсь на знак Лев. И хочу спросить, повезет ли львам в ближайшее время? Вы знаете, здесь вот или вы кого-то пугаете, у вас такое чувство, или вас пугают. Или вы в ком-то не уверены, сомневаетесь, подозреваете в чем-то, или вас подозревают. Здесь есть недоверие. Здесь есть такая энергия, недоверие. То ли вы Вселенной не доверяете, или вашим родным, близким, или на работе, сомневаетесь в чем-то, или вам не доверяют. То есть кто-то вас запугивает, кто-то хочет вами воспользоваться, может быть, и вы сейчас укрепляетесь,
как бы крепость свою укрепляете. Укрепляйтесь. Продолжайте укреплять. То ли здоровье вы укреплять вам нужно, то ли профессиональные какие-то свои навыки нужно развивать, а то ли где-то укрепиться в позицию вашу в семье. Но вам нужно укрепиться. Сейчас не время пожинать урожай, да, а время укрепиться. Укрепить свои позиции. Вот такой совет Вселенная дает вам. Теперь спрошу у пространства, я перестроюсь на дев и спрошу, повезет ли девам в ближайшее время. Вам повезет, но здесь даже не так повезет, как мудрость Вселенной вам сообщает, что везение будет не такое, как вы ожидаете. Вам повезет крупнее, больше, чем вы ожидали, но совершенно по-другому. Вселенная вас удивит. Вселенная покажет вам что-то великое, даже можно сказать, да? Какая-то мудрость откроется в ваших поколениях. Здесь кармическое исцеление может быть, кармический узел развяжется, и свобода такая появится, да? Свобода самовосприятия, свобода ментальная. И появятся идеи, как вам достичь того или другого. Знаете, вот как говорится, что в чем лучше всего, когда человеку везет? Когда он знает, что делать. И вы будете знать, что делать. И в этом вам очень даже крупно повезет. Так что, девы, готовьтесь к какому-то прозрению, что ли, да? Так. Перестраиваюсь для весов и спрошу, повезет ли весам в ближайшее время? И какое, благоприятное или неблагоприятное время, да? Я скажу, что для весов время благоприятное. Это справедливое время. Вы заслужили это. Да? Вы справедливо с кем-то поступили. И в свое время никто не оценил этого. Никто не оценил ваш поступок. Но вы очень справедливо поступили. Вы все взвесили. Вы поступили очень справедливо. И теперь Вселенная говорит, что теперь пришло время всем видеть это. Видеть, что вы были правы. Вы в чем-то были очень правы. И поэтому вам, человеку, который в чем-то был очень прав, Вселенная даст вот это благословение баланса в жизни. Вы достигнете баланса. Знаете, это когда везет, и мы не знаем, что везет. Когда все вот так хорошо, нет такой вспышки, как бы. Эмоциональные вспышки часто не вредные, а просто ровное везение. Вот это ровное везение для весов. Такое классное ощущение, я сама в восторге от того, как небеса мне открываются. Итак, сейчас перестраиваясь на следующий знак, это будут скорпионы. И мы посмотрим, повезет ли скорпионам в том, о чем вы думаете, и благоприятное или неблагоприятное время. Вы знаете, это время оставить. Оставить то, что вы держались сильно за что-то. Вы держались, хотели, например, эти отношения улучшить, доказать, что вы хорошие всем. Но мы часто люди это делаем. Или на работе доказать, что вы вот работоспособные, или на работе, что вы добрые, хорошие, или дома с детьми, с родителями, с партнерами, что вы все время хотите показать, что вы хорошие. Как будто вы сами сомневаетесь в себе, что вы хороший человек. Этого нельзя делать. А потому что вам нужно вот оставить все. Вот оставить, потому что на чужой роток не накинешь платок. И не важно даже, что о вас думают, не важно. От этого ничего не зависит, что они о вас думают. И как бы мы иногда хотим исправить то, что по нашему пониманию мы сделали неправильно. Во-первых, исправить никогда не получится. Только можно хуже сделать. Оставить. Просто, знаете, как вот оставить все. И когда вы все оставите, вы увидите, что все начнет решаться. Все начнет решаться само по себе. Когда вот вы дадите уйти всем вашим вот этим надеждам несбыточным, всем вот контролировать ситуацию хотели, да, ну, по-хорошему хотели просто, ну, поменять, исправить все. Оставьте все. Оставьте все как есть. Вот такой вам совет. То есть это не время, чтобы пожинать какой-то плод или чтобы вам повезло особенно. Ну, вот это время оставить все. Вы знаете, о чем идет речь, да? Это не время покупок, это не время выяснения отношений, это точно. Ну вот, перестраиваюсь теперь на другой знак, и я спрошу Вселенной для знака зодиака Стрелец. Повезет ли Стрельцам, в чем и благоприятное или неблагоприятное время?
Страхи поднимают свою голову. Очень несправедливо с вами поступили, вас очень обидели. Просто растоптали вашу душу. Кто-то в вашем окружении просто растоптал вашу душу. Унизил, обидел. Или, кстати, глобально, может, угрозы даже были. И вам нужно было себя спасать. И вы поступаете правильно, когда вы не сидите и не ждите. Не сидите и не ждите, делайте, начинайте сами себя спасать. Это время действий, это время посмотреть страху в глаза, не испугаться. А как избавиться от страхов? Делать то, чего боитесь, как можно чаще, и знать, что это поможет вам избавиться от страха, потому что у вас много страхов, много обид, и вы как бы не можете сдвинуться с мертвой точки, потому что вы боитесь, что будет хуже. Хуже не будет, будет только лучше. Но будет лучше только тогда, когда вы будете двигаться вперед. Не сидите, не двигайтесь вперед. Будьте мобильнее, будьте активнее. Никого ничего не просите, сами делайте. Вот такой вам совет от Вселенной. А теперь я перестраиваюсь на следующий знак. И это у нас будет Козерог. Мы спросим, повезет ли Козерогам в ближайшее время. Благоприятно это будет время или нет. А время не то, чтобы даже перемен. О, да, время перемен. Это как время, когда очень все быстро будет меняться для Козерогов. Очень быстро. И я хочу сказать, что наше время теперь очень ускорено. Мы живем в ускоренное время. Но особенно для Козерогов. Вот это время будет очень быстро все меняться. Вам нужно будет принимать решения. Вам нужно будет быстро говорить да или нет. Вам быстро нужно будет что-то думать. И придумать и активно действовать, не откладывать ни на шаг. Это время, оно просто мчится, И от вас теперь очень много зависит. Вы руководите своей жизнью теперь, вы руководитель. Это время перемен, это не столько мы здесь говорим о повезет или не повезет. Будете активны – повезет, будете пассивны – не повезет. Вот так категорично для вас, да. Но все, что слышу, все вам передаю. Я знаю точно, что поможет. Теперь я настраиваюсь на следующий знак. Это знак Водолей. Повезет ли Водолеям в ближайшее время? У Водолеев открываются небеса и открывается дорога, где происходит полная вот как бы возможности. Возможности огромные. Было раньше все закрыто, непонятно. Много было вариантов, но все варианты вам не нравились. А сейчас вот просто как бы все катится, все открывается. А я бы сказала, здесь не столько повезет, сколько будьте налегке. Не грузите ни себя, ни других. Идите налегке, и тогда вам повезет. Знаете, вот когда мы едем куда-то, мы не думаем, что мы сзади оставили, что мы не взяли. Налегке. Берем с собой багаж одного дня и идем вперед. Для водолеев очень важно иметь энергию легкости и не обижаться ни на кого. Вот именно энергию не обижаться. Ну, во-первых, на больных, нездоровых нельзя обижаться, но они же больные. Те, которые вам там хотели навредить, вам помешать, они больные, нездоровые. Чего на них обижаться? Ну, а на тех, которые не знали, что ведали, тоже вроде обижаться не за что. В общем, не обижайтесь ни на кого, потому что нет смысла никакого. И не ожидайте ничего ни от кого. Просто облегчение. Облегчение своих мозгов от того, что кому-то нужно помогать, кому-то нужно угодить. Облегчение своих мозгов, что я обязан кому-то. Ничего никому не должны. Вот знаете, вот это такой легкий ум, легкое сердце, когда вы никому ничего не должны вообще. Ну попробуйте. Это же не значит, что вы всю жизнь будете никому ничего не должны или себе не должны. Это вот именно в ближайшее время освободите свою голову от лишних забот. И тогда вам повезет. Вам повезет, это точно. Давайте перестраиваемся на следующий знак. И я спрошу для рыб, повезет ли рыбам в самое ближайшее время. Очень повезет. Рыбам повезет очень. Открываются небеса и говорят, теперь успешный человек – это ты. Теперь успешные покупки, продажи, отношения, семья, работа, профессия, финансы – во всех сферах жизни абсолютное везение. Вот у вас самое настоящее везение.
Вот это для рыб, это точно. То есть здесь прояснение пути, здесь легкость, оптимизм, воодушевление, исполнение всех желаний. Вот это все, что будет у рыб. Исполнение всех желаний. Но я желаю такое всем, чтобы у всех было как у рыб. А вообще можно просматривать ведь по разным параметрам. И по Солнцу, и по Луне, и по Венере, и по Асценденту. И получать большую картинку, лучшую такую, более ясную картинку вашего будущего. А я со своей стороны скажу, что желаю вам удачи и надеюсь, вам такие видео помогают. Я точно знаю, помогут, если вы им позволите. Ну а я вам еще пригожусь. Так что до новых встреч, друзья!